как мы знаем, самые известные диджеи играют транс. Ведь это именно то направление, которым мы могли насладиться сегодня, здесь и сейчас. Ну, к транс-музыке как бы мы относимся позитивно. На самом деле, вот, ну, транс-музыка вообще определяет себя, это музыка, которая объединяет людей, вот, музыка для большой арены, как сказать, музыка позитива всегда, музыка, как бы я сказал, музыка любви бы больше, я бы как бы сказал, то есть, тянут руки к танцполу, к лазеру. Мало людей, очень мало людей для такой музыки, очень мало. Очень мало народу, мадам. Погоди, очень, смотрите. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Столько раз сюда ходил. А что за